В стенах актового зала Брестского государственного университета имени Пушкина накануне прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному дню волонтера. На протяжении нескольких часов активные добровольцы, студенты и школьники делились опытом и наработками в волонтерской сфере, а также обменивались яркими воспоминаниями о своих добрых делах. Ведь праздник – это повод подвести итоги и определить дальнейшие пути развития. Сегодня мы пригласили учащихся школ города Бреста из гимназии, тех волонтеров, которые очень активно участвуют, и особенно в прошлом году в благотворительных акциях, проводимых Брестской городской организацией Красного Креста. Волонтерство – это помощь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, нуждаются в помощи. И вот то волонтерское движение, которое создано в нашем университете, и я считаю, именно такого размаха, как у нас, нет ни в одном университете Республики Беларусь. Поскольку волонтерские отряды созданы на каждом факультете, но первоисточником вот такого волонтерского движение стал социально-педагогический факультет. Волонтерство – это широкий круг деятельности, помощь тем, кто нуждается в заботе и поддержке, инвалидам, пожилым людям, участие в общественной жизни города, проведение ярких и необычных акций и мероприятий. Все это невозможно осуществить без желания приобщиться к доброму делу. Об этом знают не понаслышке ребята, представители Брестской организации «Белорусское общество Красного Креста», инициативного коллектива студентов Брестского университета имени Пушкина «Академия добровольчества». Я занимаюсь клоунотерапией. Мы ходим деткам в больницу в таких разрисованных халатах, клоуны, чтобы отвлечь детей, которые долго лежат в больнице, чтобы от этих капельниц, от этих процедур, чтобы они почувствовали, что они все-таки дети, радовались жизни. Те эмоции, которые ты получаешь от этого дела, это те улыбки детей, эти иногда слезы на глазах родителей, когда ребенок там не мог кушать неделю, да, а потом приходит клоун, такой, давай покушаем, да, и он покушал, и все, и все как рукой сняло. Помощь требуется волонтеров. Это в уходе за пожилыми людьми, в оказании помощи ветеранам, инвалидам. У нас также есть центр медико-социальной помощи, куда к нам приходят нетрудоспособная категория, медицинские сестры выполняют медицинские назначения. Кроме того, они ухаживают на дому за одинокими престарелыми. Волонтерская миссия для брестских ребят – это не просто труд, это большое удовольствие. Помогая другим, молодые люди расширяют круг своих знаний, находят новых друзей и пробуют свои силы в разных до этого неизвестных сферах деятельности, что иногда помогает юношам и девушкам определиться с выбором жизненного пути. Глава нашего государства говорил о том, что волонтерское движение – это очень важное направление деятельности человека, института, общества, поскольку мы делаем это от души, мы помогаем тем людям, которые в этом нуждаются. Мы себя воспитываем, проявляем свои нравственные качества, мы определяем, какие же ценностные ориентиры есть в жизни. А какие ценностные ориентиры? Это помощь ближнему. И поэтому студенты, которые участвуют в этом, это действительно и нравственные люди, и люди с большой душой, с большим сердцем, которые вот ведут такую действительно нравственную работу. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.